Сладость победы. Команда кулинаров Чувашии вернулась с медалями с международного кулинарного чемпионата, который проходил в Словении. Работа «Нити жизни» кондитера Юрия Сиволоба завоевала золотую медаль в номинации «Кулинарное украшение». Повар Александр Гениашвили пополнил копилку сборной республики золотой и серебряной медалями за приготовление рыбного и национального мясного блюда. Преподаватель Чебоксарского экономико-технологического колледжа Анна Яровая получила бронзовую медаль за изготовление картины из пищевых продуктов.